Уникальную коллекцию бриллиантов династии показали послу Бельгии. Жан-Артур Режебо, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в Российской Федерации, посетил единую сбытовую организацию «Алроса», а также филиал бриллианта «Алроса», одно из ведущих гранильных предприятий России. Как сообщил по итогам визита директор ЕСУ «Алроса» Евгений Огуреев, визит носил ознакомительный характер. Бельгия была и остается крупнейшим рынком сбыта нашей продукции. На ее долю приходится около половины продажи алмазного сырья «Алроса», и мы всегда готовы продемонстрировать бельгийским партнерам наши технические возможности. В ходе визита на предприятие бриллианта «Алроса» послу Бельгии показали работу огранщиков, производственное оборудование и, конечно, бриллианты, изготовленные российскими мастерами, в том числе знаменитую коллекцию «Династия», в которой входит самый дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России. Напомним, коллекция, получившая название «Династия», состоит из 5 бриллиантов и создана из одного алмаза весом 179 карат. Уникальный кристалл, получивший имя Романовы, был добыт в 2015 году на кимберлитовой трубке Нюрбинская в Якутии.